have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Начинаем мы сегодня с вами прям с этого же места. Вон оно, да-да-да. Поиграй со мной. Кстати, я тут между сериями надумал еще одну штуку. Поиграем в наряды. Конечно, поиграем. Ты будешь платьем. Я тебя одену. Так, а как бы мне... Ладно, разглажу тебя как следует. Давайте я сейчас... наконец тебя примерю. Где ты, тварь? Я тебя не вижу, погоди. Буду носить тебя. Чутье мне подсказывает. Смотрите, чутье мне дает стрелочку, подсказывает, где эта штука. Ну, вот на близком расстоянии я могу его видеть. За счет чутья я могу его видеть. Я понял. Нужно вот так вот по укрытиям перебираться. А тут я никак не могу никуда выйти. Нет, спасибо, блин. Да, на средней дистанции я могу его видеть за счет контрола. Ни разу до этого почему-то не додумывался. Ну, наверное, потому что... Ни разу до этого у меня не было проблем с тем, чтобы его увидеть. А сейчас я только подумал, ну и где ты? И вот оказалось, что здесь. Вылези, пожалуйста. Мудила мелкая. Желтое — это значит, что он может меня увидеть? Услышать? А как я... серьезно? То есть вот этого он не заметил, да? У него, ну как бы, ну ладно, он, наверное, ну сфига ли он в стенку смотрел бы. Ну то есть реально, подходит такая чувиха, достает огромнейший болторез и за несколько перекусов разрезает веревку, чтобы его отвлечь, чтобы пошуметь. Я думал, я сейчас разрежу веревку, и вот этот противовес прилетит в него, и это его вырубит. Это сейчас было не... Вон. Там выход. Эта тварь стоит на пути. Это был громкий визг. Это был ор выше гор, блин. Так вот, это я к чему. В прошлый раз мы с вами рассуждали про то, что вот эта тварь и есть печалька. И помните, когда печалька с нами встретилась, когда мы зашли в Дейрум, в комнату отдыха, она сказала, оно съело всех моих друзей и тебя съест. И я тогда подумал такой, а почему тебя-то до сих пор не сожрало, почему ты живая? И вот это еще одно объяснение, почему печалька до сих пор живая, она и есть эта тварь, это ее альтернативная личность, шизофреноидная. Я думаю, что вот это вот альтернативное... То есть, посмотрите секундочку. У Ричарда появилось в его подсознании то чудовище после той страшной травмы, которая случилась с ним в детстве. С печалькой случилась страшная травма, то, что с ней сделал Ричард, и после этого в ней появился... Джек передает привет. После... А нет, постой, он сказал... Зачем? Ты его сюда отправила. Зачем? Зачем? Он, наверное, плохо себя вел. Nasty. Он тебя обидел?
Он был плохим папочкой. Я думал, я сейчас толкать буду, честно. Ну да, она бы такой не столкнула. Так, давай на картах. В общем-то, как по мне, наверное, все сходится. Не знаю, ребят, вот этот вот стелс, он исключительно просто... Он не напряжный, ничего. Он кривой из-за того, что камера фиксирована и нельзя вращать. И он просто здесь для того, чтобы затянуть геймплей. То есть игрушка и так не насыщена событиями. Тут очень классная история, согласен. Историю здесь замутили, прикольно, мне нравится. Но с геймплейной точки зрения... О, рычажок. Что ж, это при... Ну, это... Да, это рычаг. Кричит от ужаса, скулит, как испуганная собака. Это... Кто писал эти сравнения? Так вот, чего ты боишься. Энергия всегда энергия. Прикольно. Энергия. Ну, тогда нам нужно искать источник энергии постоянно. Но, с другой стороны, да, помните, у нас была такая фишка, что когда он нас схватил, мы можем его отпугнуть. Почти вернулся к генератору. Когда он нас хватал, то мы могли его шибануть зарядом. Нам стоило бы поискать место силы и постоянно ходить с зарядом. Это было бы логично. О, Болто, твой выход. Громче. Так, хорошо. Сначала ставим рычаг на место, потом бежим к генератору, потом... ладно, давайте поставим рычаг. Разделаемся. Я боюсь спросить. А зачем? То есть у нас ворота открывались не... Радостный визг. Вот ты где. А, она еще внизу. Нужно от нее избавиться. Иди ко мне. Как бы не подумайте ничего, но зачем я это делаю? А, ты его закоротить решила геником, что ли? Yes! Burn, you twisted fucking bitch! Ля-л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 я. Серьезно, это был твой план? То есть мы... Я думал, мы ищем... Заправляем геник, чтобы пустить энергию, чтобы открыть ворота. Но нет, блин, ворота у нас открывались простым рычагом, а геник... Погодите, мы нашли генератор и начали искать к нему топливо до того, как мы здесь на этой территории встретились с тварью, и до того, как мы узнали, что она боится электричества. Вопрос тогда, изначально зачем мы хотели завести генератор? Разрабы, это полнейшая нелогичность, к сожалению. Ну, то есть, понятно, что это предусматривалось скриптами, но... Надеюсь, это сработает. Кроме скриптов, это же должно, наверное, еще предусматриваться логикой. Я все это время думал, что мы хотим завести генер, чтобы пустить ток на ворота и открыть ворота. А ворота у нас открываются просто рычагом. Черт. Я сейчас немножко расстроен. Вот, нет, вот, знаете, в общем, в чем фишка-то? Вот насколько интересно здесь подается сценарий и сюжет и всякое такое. Также вот такими вот решениями, вот такими действиями игра постоянно держит в легком разочаровании.
Такой, ну блин, ну зачем вы так? Ну было же нормально же все. Хорошо же сидели. То есть здесь я теперь тоже просто выйду. Нам не нужно подать ток, чтобы отсюда выйти. И все, я просто сейчас нажму на ручку и выйду. Конечно, блин. Ёпарасоте. Опа-па, стой, а тут что? А, ничего, спасибо, разработчики, спасибо. Спасибо, я ценю. Ну что ж, со стройки мы выбрались. Ну, со стройки, с развалин. Та-ра-та-та-та. Песеля, верните мне, пожалуйста. Что это? Похоже на... На качельку похоже, на печальку. Да, это она. Не подходи к этой твари. Печаль. Печаль, это ты? О, привет, Марианна. Нашла, что искала? Я надеялась, что ты мне с этим поможешь. Печаль. Сосредоточься. Что ты помнишь самое первое? Расскажи мне. Это игра такая? К сожалению, нет, милая. Это очень важно. Я знаю, что сделал Ричард. А зачем ты напоминаешь-то? Это то, что тебя здесь держит. Все хорошо. Я его изгнала. Он больше не вернется. Ну, как бы sent him away, ты не изгнала, это отправила. Лили? Лили. Тебя ведь звали. Тебя так звали, помнишь? А что случилось? Ты помнишь своего отца? Я помню. Маму. Она была такая красивая. Да, нам про это говорили. Только грустная. Как ты. Хорошо, что ты помнишь маму. Я совсем не помню своих родителей. Они, когда я была маленькой, мы попали в аварию. Мне кажется, не в аварию вы попали. Я выжила только я. Без них было очень грустно. Я тебя понимаю. Мои друзья тоже... Марианна, здесь так одиноко. Мне здесь не место. Может быть, тебе лучше отправиться куда-нибудь еще? Может, я... Хочешь отправить меня отсюда? Нет, Марианна. Я не могу так. Еще рано. Мне нужно тебя примерить! Почему? Разве ты не боишься чудовища? Она и есть чудовище! Блин, ну, боюсь. Но теперь она охотится за тобой, а не за мной. И когда она тебя сломает и влезет в твою шкуру, то наконец сможет отсюда уйти. Но она никогда не насытится. Никогда не остановится. Да ну блин, игра, хватит мне. Тогда позволь мне помочь чуть уйти тебя отсюда, чтобы я смогла покинуть это место. Ты ведь вспомнила, кто ты, а значит, у меня получится. Нет, Марианна, дело не только во мне. Дело в тебе. Ты должна вспомнить. Сон.
Пожар. Ну, не ожоги, да. То есть, красный дом. Нам туда. Стой, что за красный дом? Мы были там, Арианна, вместе. Ты всегда была рядом. Прости. Лили? Печалили. Ее и Лили-то называть теперь не очень... Черт. То есть до тебя начало доходить, что это дело в тебе. Ну, хорошо, хорошо. Gone. Just when I thought I could find. Я надеюсь, что наконец помогу и уйти отсюда. Томас, надеюсь, ты еще здесь. Так, там источник энергии. Потому что у меня кончаются идеи. Я сейчас в основном по нижней карте иду. Здесь чего-то не хватает. Так мы сможем дополнить источник энергии. О, тут пши-пши есть. Иди сюда. Лошадка. Девочка, это не ты ищешь? Простите, но папа запретил мне говорить с незаконными людьми. Ты уже с ним разговариваешь. Это правильно. Он тут управляющий, верно? Не знаешь, где он? Мне нужно с ним поговорить. Уходите, а то я закричу. Умная девочка. Так, в лошадке у нас только воспоминания, да? Да. Ой, там Икарус на стене. Да повернись ты! Да, там Икарус на стене на календарике. Тут у нас больше ничего, кроме ТГДК, нет? Взять я, конечно, тоже не могу, да? Хорошо, хорошо. Пойдем сюда сходим. Томас, ты был здесь. Это твой дом. Your place. Ну, это не сколько дома, сколько... О, кукла. Которая нам нужна была. Открыть мы это не можем? Понятно. Если мы найдем опять же рычаг, все будет довольно неплохо. О, еще пши-пши одно. А, вот. Я думал, в чемодане что-то. Записки обеспокоенного человека. Давайте как R. Ричард! Как ты мог на такое пойти? Как вообще хоть кто-то мог на такое пойти? Я всегда знал, что с тобой что-то не так, но это одно я знаю точно. Что бы он с тобой не сделал, что бы мы с тобой не сделали, ты это заслужил. Это мы сейчас... записки обеспокоенного человека, это записки Томаса. Насколько я помню. Погодите. Это отсюда идет? Да, это отсюда идет. 27 июля 83-го. Дело близнецов. Расследование продвигается, но Рекович, кажется, начинает что-то подозревать. Дело близнецов. Надо поторопиться, сегодня или никогда. Итак, они знали о Томасе, но что именно они знали? И кто такие они? Так, короче, все. Дело близнецов... Эта фраза, по-моему, подтверждает ту мою теорию, что мы все-таки являемся родней Томаса. И я думаю, что Печалька — это наша сестра. И они обе жили здесь. Дело близнецов. Хорошо, хорошо. По возрасту, просто я пока что делаю выводы. По возрасту. 83-й год. С 83-го года прошло... Сколько получается... 16 лет? 16 лет. Ее нашли в каком возрасте? То есть ей 20 с чем-то... По-моему, как раз все сходится, да. То есть если в 83-м году Печальку тогда убили, пытаясь изгнать моль, а нас закинули, ну, пытались сжечь в доме,
Но потом она выжила, ее спасли, и ну, то есть, все теперь сходится. Теперь фишка в другом. Я сначала почему предполагал, что она дочь Фрэнсиса, потому что у Фрэнсиса тоже был дар к видению. Ладно. Тут с этим, с письмом тоже можно поговорить, да? Да, с чемоданом можно поговорить. Дело близнецов. Вот ты и говори, это была твоя идея. Нет, они уже у нас на хвосте. Тот ублюдок тоже из них, точно тебе говорю. Ладно, давай проверим. Скоро рассвет. Из них. От кого ты прятался, Томас? Так, хорошо. Я думаю, тут у нас связь с тем чуваком, который постоянно разговаривает по телефону, который приехал в поисках. Я думаю, что была некая команда, которая... Секунду. Некие люди, некая команда, которая... Ну, грубо говоря, по борьбе со сверхъестественным. Вы искали Томаса, и вы искали его семью. И таким образом вы хотели их всех убить. Так вот... Скорее всего, вы убили... Ладно, насчет Томаса я не буду говорить, убили они его или нет. Мы пока про это точно не знаем. Они застрелили Печальку. И они хотели сжечь нас. Почему мы с детства видим, что в Печальку стреляют? Потому что это наша сестра-близнец. Мы с ней связаны. И поэтому она нам постоянно кажется и видится. Все началось с мертвой девочки. Я думаю... И опять же, вот эта фраза сейчас дело близнецов. Да. Я думаю, это теперь связано. Хорошо. То есть, получается, Печалька наша сестра. И Печалька, я практически уверен, хотя игра пытается нас почему-то сейчас разубедить. Выйди, пожалуйста. Печалька также является монстром. О, кнопочка. Давайте потычем в кнопочку. Пфя, естественно. А, питание нам нужно для того, чтобы поднять, для того, чтобы что? О, юнак. Кто-то любит классику. Вы помните, на чем мы приехали сюда? Юнак. Ну, учитывая, что это Польша, то есть их языки похожи, и юнак — это же юноша. Так, ладно. В общем-то, я понял. Мы сейчас поставим куклу, зарядимся, подзарядим вот эту фиговину от источника силы. Там, кстати, наверху еще что-то. Надо будет глянуть. Куклу втыкни, пожалуйста. Опа. Иди сюда. Есть, источник заработал. Charging up. Electrician in the fits. Кто вспомнил, откуда говорите, я буду рад услышать. С какой стороны к тебе подойти-то, чтобы ты работала? Давай вот так вот, наверное, да? Power's out. Может, мне вон туда? Power's out, это я, конечно, все понимаю. Все хорошо и прикольно. Но... Ну, то есть, вот тебе power, вот тебе все. Что тебе? Зарядись. Источник энергии-то у нас бесконечный, я так понимаю. Кстати, туда. А, я могу за дом сходить. Надо было сразу так поступить. Может, что-нибудь интересненькое. Спасибо, камера, за то, что я ничего не вижу. Вообще замечательно. Так, а что я тогда, по-вашему, должен запитать? Погодите, ребят, ну... Это же ж логично, же ж... Блин. Вон сверху это красная фигня. Движок запитать? Па-па-па-па-па-пам, погодите, я что-то не понимаю. Power's out. У меня есть энергия. Что мне запитать от этой фигни? Ну, то есть...
Просто чтобы быть уверенным. Дальше я продвинуться не могу? Не могу. То есть мне нужно пройти через... О, кстати, тут что-то есть. Колесо? Колесо от инвалидной коляски, кстати, я его мог пропустить. Ну что, Ричард, мы наедине. Давай-ка поболтаем. Эй. Эй! Он тебя совсем сломал, да? Никто другой так бы не сумел. Значит, он и к Ричарду пытался подобраться, но не знал, что его уже не дозовешься. Да, это пытались подобраться к семейке Томаса. Блин, сколько тут всего? Я реально мог пропустить. Вообще не видно было, что там. Такому работяге, как вы, наверняка требуется перекур. Вы Фрэнсис, верно? Простите, кто вы такой? Просто человек, привыкший поступать правильно. Можно сказать, я патриот. А вы патриот, Фрэнсис? Патриот? Что, мне подскажешь, что тебя называли совсем иначе. Ну, да, это были люди, которые гонялись за Томасом, ну и, судя по всему, за его дочерьми, потому что у них была эта сверхъестественная фигня. Хорошо. Черт побери, как мне пустить эту чертову энергию? Блин, это же... Офигеть, как нелогично. Ну, блин, сделайте как-то попроще. Ну, не то чтобы попроще, хотя бы, чтобы поддавалось логике. Хорошо, сверху вон этот генер чертов. Но добраться до него я никак не... Ну, то есть, там что-то мигает красным. Я добраться до него я никак не могу. Эту штуку оживлять? Да вряд ли. Вниз спуститься? Тут вот это оживлять? А, там что-то есть, да. В общем... Хорошо, назад. И это тоже нет. Что мне нужно оживить, чтобы эта штука поднялась? То есть я уже заряжаю все подряд. Давай еще зарядимся. Вон там я видел что-то таким мелькало, непонятно каким. Вот тут вот. Вот эта штука. Видите, там вот тот электрощиток, не электрощиток. Спасибо камере, блин! Я не могу приблизить нифига. Вот это мне надо зарядить. Тоже нет, в самом деле, нафиг. Ну, то есть, вон там, вон, видите, есть такое мелькание, как будто какой-то электрощиток, не электрощиток, я не знаю, что это. Но с этим я ничего сделать не могу. Тут у нас вещи исключительно для того, чтобы посмотреть, почитать. Вон, сверху в левом углу, если видите, какая-то красная лампочка мигает, я бы подозревал, что там нужно зарядить. Но как туда добраться? Отсюда, по крайней мере, я не знаю. И здесь вроде нет никакой лестницы, чтобы туда добраться или залезть. И... Снаружи я... Тоже ничего такого не вижу. Давай, зарядись уже до конца. Раз мы здесь. Ну, то есть тут нету никакой буковки не забраться наверх, ничего. Хотя, по идее... Погодите, ребят, сейчас что-нибудь попробую подумать, придумать. Но это уже переходит все границы добра и зла. В общем, оказывается, если подойти... Вот сюда, смотрите, оно появляется только, когда ты подходишь к углу дома, вот этому. Вот тут вот появляется. Вот спасибо камере, опять же, чтобы и чихалось до конца жизни. Оказывается, вот здесь можно забраться. То есть, все-таки нам, видимо, каким-то образом нужно... нам нужно... Сейчас, там как-то делалось, погодите. Нет, это R? Нет. F? Да, F. То есть нам нужно выйти из себя и забраться вот. А, да, вот эта штука сверху, да, ее видно. А...
по ней надо шарахнуть. Так, ну что там, F, не F. Да, и вернуться обратно. Теперь. А знаете, в чем прикол? Погодите. Черт, долго он не работает, слишком нестабильный. Мне другое интересно. Когда мы сделали вот так, у нас появился еще вариант вот так вот сделать. А зачем? Мы здесь можем побегать сами. Без телесной оболочки. Ха! Ну так-то да. Но зачем нам это? А! Кажется, я понял, зачем нам это. Погодите. Я сейчас хочу кое-что попробовать. Да, тут можно забраться. Это один выход. А если мы сделаем вот так? Ну-ка. Видите, да, у нас здесь тоже... Если мы сделаем вот так, то мы можем выйти здесь. Точно! И теперь пойти вот так, забраться наверх и... Угу. Все. То есть мы можем сделать двумя путями. Забраться с нашей физической оболочкой туда наверх и забраться нашей этой духовной оболочкой туда наверх. Так. Иди ты нафиг, это на время! Понятно теперь, зачем нам две эти... Так, ты стоишь здесь, прямо напротив кнопки. Понятно тебе? А второй заряд нам как раз сейчас и понадобится на то, чтобы быстренько питание подкинуть и телепортнуться обратно. Долго оно не проработает, мне что тоже сказали. Все, значит, это единственный способ вообще это сделать, да? Иначе мы просто не успеваем. Мы не успеваем потом физически добежать до кнопки. Все, выйди. Оно ж потом не упадет на меня. Ну да, оно не должно упасть. Оно ж просто сработало для поднятия, и все. Так, что я хочу? Я хочу еще раз набраться энергии. Потому что мало ли что нас сейчас ждет, я предпочту иметь полный заряд. Для защиты, для нападения, для чего бы то ни было. Хорошо. В общем-то, проблема именно как раз такая, которую я вам до этого и описывал. Какими-то способностями, например, предчувствиями, или, например, вот этим вот выходом из тела, ты не пользуешься ими постоянно, ты пользуешься ими редко, и каждый раз к следующему разу, когда тебе приходится этой способностью пользоваться, ты успеваешь уже подзабыть, что она существует. И такое случалось со мной в этой игре уже, ну сколько, раза 4, наверное. Все, ты пролезешь? Отлично. Ты был красный дом? И тогда я поняла. Это тот самый красный дом. Ответы были совсем рядом. Погребенный под пеплом. Должно же хоть что-то остаться. Осмотреть сарай. Осмотреть сарай, осмотреть сгоревший... Выбраться из сарая, вы мне хотите сказать, да? Чертов сарай оказался западней. Ай, блин. Ну, я не скажу, что это очень сложно, нет, ну... Как бы вам-то, ребятушки, это правильно-то передать все. Тут, кстати, воспоминания есть, Я бы на них глянул. Но через что их оживить? Надо найти источник. Источник, ты понимаешь, сверху все-таки будет, да? Да ну, блин, камеру верните.
И так ни черта не видно. Красный дом. Блин, ну тут же явно облако воспоминаний. Вот оно. Я хочу посмотреть. Дайте мне источник, к чему прикоснуться. Вот тут сверху я ничего такого не вижу, к чему можно было бы. Это печалька. Ладно, пойдемте. Насколько я помню, что, ну, как бы воспоминания... Там же нужно прикоснуться к чему-то, что вызовет эти воспоминания, так? Должен быть какой-то физический объект, за счет которого мы могли бы их сфокусировать. То есть просто так вот по ним мышкой покликать не получится. В принципе, ни почему не получится просто покликать. Ладно, черт с вами, красный дом. О, вот тут что-то есть. Это не те воспоминания. Думаешь, что... Услышишь, как они рут, почуешь запах горящего мяса, и все мне выложишь. Еще будешь умолять меня тебя выслушать. Боже мой, внутри были дети. Неужели она... И я? Да. А, теперь меня это ведет туда. Вот теперь... Блин, вот эта штука, честно, меня тоже уже заколебала. Ну, сделайте сразу активные точки. Зачем такое свинство-то делать? Проклятые выродки. Думаете, вы особенные? Ничего, гореть будете, как обычные люди. Господи, да кто это такой? Ну, ребята из правительства, которые охотятся за сверхъестественным. Как бы тут с этим тоже все логично. Меня штука опять куда-то ведет. Погодите, тут будет еще... Опа, 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 это здесь. Игра, не тормози. А, зажигалка? Зажигалка. Кто бросает такую зажигалку? Ну хорошо. Okay. Посмотрим, кто на самом really деле ублюдок. Заперто, значит. Хочешь сам попробовать? Вперед. Нет, это я представлю тебе. Мне больше нравится быть мозгами нашего дуэта. Это он со своим подсознанием разговаривает. У меня есть идея. Давай. Ну или так. А, так тоже пойдет. Так, что тут у нас? Сверхсекретно, ну понятно. Черт, я знал, что от него будут проблемы. Это вот чемоданчик, который мы нашли, если что. Служба безопасности? Это цапляк? Опа! Нельзя так говорить о государственных служащих, товарищ! А, да. Ну блин, чувак, а чё ты ожидал? Ну, он стырил чемодан у этого, у охотника за привидениями, грубо говоря. Ну чё? Просыпайся, товарищ. Социализм сам себя не построит. Ты не знаешь, с кем связался парень. Еще как знаю. Я думаю, что он полностью знает. Я давно за тобой слежу, Томас. Твое дело для меня уже практически хобби. Кстати, помните кучу фотографий с нами? За нами тоже следят. Да. Шутник. Обожаю эту песню. А ты, товарищ? Иди ты. Сыграем в игру. Называется «Что важно для Томаса?» What makes Thomas tick?
Итак, нацисты нашли тебя в Варшаве. Сколько тебе тогда было? 3 года? Сначала они хотели тебя убить, но передумали. Они узнали про твой потенциал и решили его использовать. Погодите, 83-й год. А потом раз, и война кончилась. Приходит Красная Армия, и... Как-то все у нас с войной все время связано, да. Они держали меня под замком много лет. Проклятые нелюди. Да. Они проводят важные исследования, пытаются понять, что же делает тебя таким особенным. И что же это? Ну, Машу свою спроси. Странно, чувак поляк, а отвечает как американец. Нравится тебе такое, да? Делаем людям больно. Как тем ученым. Сколько тебе было? 18? Я видел снимки. Признаться, даже меня впечатлило. Я уж то знаю, как сделать человеку больно. Иди, я еще персонально продемонстрирую. И вот тебе удалось выйти на свободу. Правда, пришлось все время скрываться. Надо же, у тебя почти получилось. Но черт тебя дернул опять применить свою силу. И на ком? Ну да, на Тарковском. На лучшем дружке Ричарда. Сам отпросился. Да-да, я знаю, ты хотел отомстить, могу понять. Я бы тоже сделал все ради ребенка, что угодно. Не трогай детей. Детей! Да, близняшки. Все, понятно, детей, ну да. Сколько боли ты готов выдержать, чтобы их спасти? Чем ты готов ради них пожертвовать? Может быть, свободой? Отпусти, урод. Так я и думал. Я тебя отпущу. Но сначала расскажи мне все о своей силе. А ты заставь! Давай, что, кишка тонка? Ударь! Я уж думал, ты никогда не попросишь. Отдохни, Томас. Когда проснешься, тебя будет ждать настоящая боль. Просыпайся, Соня. Время не ждет. Что ты? Вот, сам посмотри. Ублюдок, чертов псих! Они еще там, Томас! А теперь ты мне покажешь? Покажу, товарищ. Что угодно. Блин, ну если вы за ним следили, лишь понимали, что он не руками людей убивает. Наконец-то, я уже думал, не дождусь. Так, надо пошевеливаться. О, мы опять за Томми играем. Хорошо, здесь время течет иначе. У меня еще есть шанс их спасти. Ну, как минимум одну. Хорошо. Найди способ остановить Генри. Осмотрите сгоревший дом. Закончено. Все, ребятушки. На этом тогда серию мы тоже заканчиваем. Увидимся в следующей. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.